Связал свою жизнь с великой и светлой профессией – учить и воспитывать детей. Ведь учитель – не простое слово, а настоящее призвание. Нашу праздничную программу для вас открыли учащиеся государственного учреждения образования «Детская школа искусств имени Григория Романовича Ширмы города Пружаны». Постановка «Бортник Виктории Юрьевны. Волшебство грации». Сегодня у каждого из нас есть прекрасная возможность сказать самые добрые слова благодарности всем педагогам, работникам дошкольного, дополнительного, специального образования нашего района. И в этот день мы говорим спасибо вам за веру и любовь каждому своему ученику. Спасибо за настоящее и будущее нашей страны, родной Беларуси. Беларуси, беларуси, сердце, сам портал.
Все мы прекрасно понимаем, что учитель Беларуси – это особая и благодарная профессия. Это воспитатель и наставник, старший товарищ и надежный друг, на плечах которого лежит большой груз ответственности. День учителя – праздник особенный, потому что празднует его сегодня каждый человек, кем бы он ни был. И сегодня в нашем зале вместе с нами собрались гости, ветераны педагогического труда, педагоги. Мы рады приветствовать председателя Пружанского районного исполнительного комитета Михаила Михайловича Гришкевича. Уважаемые педагоги, примите искренние поздравления с профессиональным праздником, Днем Учителя. У каждого из нас были учителя, оставившие неизгладимый след в жизни. Для всех вы являетесь надежными наставниками, открывающими дорогу в чудесный мир знаний, помогающими создавать тот прочный фундамент, на котором стоит наша дальнейшая жизнь. Во все времена профессия учителя была значимой и почитаемой, поскольку именно в руках педагога сосредоточено будущее страны и всего общества. От вас зависит, какими вырастут наши дети, с какими знаниями, умениями, принципами и нравственными ценностями войдут в самостоятельную жизнь, чего достигнут в будущем, как будут решать сложные жизненные задачи. Учитель помогает раскрыть творческие способности, развить имеющийся потенциал каждого своего ученика, сформировать сознание молодого человека и его личностные качества, воспитать патриота своей страны, достойного гражданина своего государства, ответственного за его будущее, благосостояние и процветание. Учитель – это не просто профессия. Это особая миссия, особый склад души и ума. Это ответственность, самоотдача, терпение, приумноженное знаниями, мастерством и творческим потенциалом. С профессией учителя неразрывно связаны такие понятия, как высокая культура, жизненная мудрость, душевная щедрость, преданность выбранному делу. Значение вашего вклада в развитие общества, доброй и благородной профессии нельзя переоценить. Нет ничего труднее, чем обучать. Учить мы все способны, ну и даже склонны, а вот научить дано далеко не каждому. Уважаемые педагоги, пусть ваша профессиональная деятельность будет успешной. Желаю вам покорения самых высоких вершин, благополучного воплощения самых смелых замыслов. Пусть трудовой деятельность вас сопровождает вдохновение и созидание, оптимизм и любовь к профессии, способность и гордость за достигнутые результаты и стремление к совершенствованию, признание и уважение, а в личной жизни крепкое здоровье, счастье, радость, мир, согласие и благосостояние. Дорогие ветераны педагогического труда, спасибо вам за преданность делу, душевную щедрость, сердечную отзывчивость, стремление оказывать помощь и поддержку молодым коллегам, желание делиться педагогическим и жизненным опытом. Уважаемые педагоги, благодарю вас за талант, верность профессии и искреннюю любовь к детям. Огромное вам спасибо и низкий поклон. С праздником вас! Уважаемый Михаил Михайлович, мы просим вас вручить грамоты и благодарственные письма районного исполнительного комитета педагогам нашего района. Грамотой районного исполнительного комитета награждается Юлия Николаевна Скобля, заместитель директора по воспитательной работе государственного учреждения образования Харьковская средняя школа. Екатерина Александровна Лешко, ветеран педагогического труда, бывший заместитель начальника отдела образования Пружанского районного исполнительного комитета.
управления образования Леновская средняя школа. Благодарственным письмом районного исполнительного комитета награждается Валентина Николаевна Семенчук, учитель физики государственного учреждения образования Шенинская средняя школа имени Миколы Сасина. Заместитель директора по воспитательной работе государственного учреждения образования средняя школа номер 3 города Пружаны. Спасибо, Михаил Михайлович. А сейчас общее фото. Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость. А хороший учитель в мыслях и поступках людей. И наивысшей наградой для учителя является не звание и премии, а признание, что для кого-то из своих воспитанников он стал настоящей путеводной звездой. И несмотря на определенные трудности, с которыми порой приходится сталкиваться, в учительских буднях есть место светлым и вдохновляющим моментам. Общение с разными людьми, возможность делиться знанием и опытом, простор для творчества и развития способностей – все это позволяет учителю наслаждаться работой. И мы сможем все, если мы вместе. Все в ответе мы живем в наших детях, и любовь должны мы передать. Научить ценить свое и гордиться тем, что здесь мы родились. Жить, творить, работать и защищать. Let's go.
Уважаемые педагоги! Со словами поздравления обращается председатель районного совета депутатов Николай Петрович Кудровец. Добрый день, уважаемые коллеги! Есть хорошая традиция в нашей стране в начале октября говорить слова благодарности людям особой профессии, тем, кто посвятил свою жизнь работе в дошкольных учреждениях, учреждениях внешкольного воспитания, дополнительного воспитания в наших общеобразовательных школах. Вам, уважаемые педагогические работники. Листая страницы нашего государства, страницы истории, мы убеждаемся в том, что учитель всегда был образцом интеллигентности, образцом высоких нравственных ценностей, образцом мудрости и честности. И хотелось, чтобы так оставалось и в наш 21 век. Уважаемые коллеги, каждый год перед системой образования нашей страны, то же самое и нашего района, ставятся довольно высокие и значимые задачи. И ваша задача не только дать знания нашим ученикам, ну, и научить их учиться, но сделать все и организовать образовательный процесс таким образом, чтобы выпускники школ гордились тем, что родились и получили образование на нашей белорусской земле, чтобы здесь получали дальнейшее образование, здесь создавали семьи, жили на этой земле и гордились тем, что они граждане Республики Беларусь. Поэтому в этот предпраздничный день искренне желаю вам успехов в вашей работе, желаю здоровья, желаю единства в ваших коллективах, мира в ваших семьях, успехов всем вам под мирным небом нашей Беларуси. С праздником! Уважаемый Николай Петрович, мы просим вас вручить грамоты районного совета депутатов педагогам нашего района. Грамотой районного совета депутатов награждается Эдуард Павлович Волосевич, учитель трудового обучения государственного учреждения образования средняя школа номер 3 города Пружаны. Директор государственного учреждения образования Клепачская средняя школа. Блохина, заместитель заведующего по основной деятельности государственного учреждения образования детский сад номер 2 города Пружаны. Принимайте музыкальное поздравление от учащихся гимназии города Пружаны. Начался листопад,
приглашает нас в гости. Снова дело и завод, у нас неимоверно. Вдруг осенний порой начинается год. Не качается веша, время выбрало вас. Зажигай души свечи, пусть учительский вас не качается веша. Это вам не пустяк, по ночам глаз вам снится. Это надо же так в свою школу влюбиться. Где бумаг, виражи, программы и планы. Разумеется, здесь и проходит вся жизнь, а ведь это немало. Время выбрало вас, зажигай души свечи. Пусть учительский вас не качается веща. Свечи, пусть учительский вальс не качается вечно. Сохрани же вас Бог и хранит весь навеки. Пусть стотысячный раз я волнуюсь безмерно, как увижу я вас, совершаю открытия. Значит, это судьба, значит, это судьба, школа вам научитель. Время выбрало вас, зажигай души свечи, пусть учительский вальс не качается веша. Время выбрало вас, зажигай души свечи, пусть учительский вальс не качается веша. Учительница, преподаватель, педагог. Сколько воспоминаний, слов благодарности, теплых чувств возникает у каждого человека, когда он думает о своих учителях, давших ему знания, научивших ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, открывших перед ним богатый мир духовных ценностей. Учитель, от первого звонка и до вступления во взрослую жизнь он сопровождает нас, становясь частью нашего детства, нашего роста, нашего общения с миром. А впрочем, кто лучше знает о труде педагогов, как не заместитель начальника отдела по образованию Пружанского районного исполнительного комитета Елена Александровна Дорогастина. Уважаемая Елена Александровна, вам слово! Учителя занимает особое место в календаре праздничных событий нашей страны. Повод отметить этот праздник есть практически у каждого. Но в первую очередь День Учителя – праздник тех, для кого смыслом жизни стало служение благородному и ответственному делу воспитания и обучения подрастающего поколения. Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда, ваш профессионализм, душевная щедрость, умение работать от души с полной самоотдачей, не пасовать перед временными жизненными трудностями, достойны восхищения и уважения. В жизни каждого из нас были и есть наставники, чья мудрость, жизненный опыт, поддержка, душевная щедрость помогали находить ориентиры в жизни, нравственные ориентиры. Справляться с проблемами, достигать побед.
Профессия педагога – это умение дарить тепло своей души детям, вести их за собой по ступеням к вершинам знаний. И от того, как мы будем справляться с этой задачей, мы должны помнить о дальнейшей судьбе каждого нашего ученика. И тогда будущее нашей страны в наших руках. Система образования Пружанского района имеет достойный фундамент. Наши педагоги и учащиеся достигают значительных успехов на областных, республиканских и международных уровнях. Я сегодня выражаю искреннюю благодарность и признательность руководителям учреждений образования, трудовым коллективам, а это более 1500 человек, за качественное выполнение всех задач, поставленных перед нами государством. Уважаемые коллеги, спасибо вам за ваш труд, за верность призванию. Крепкого вам здоровья, благополучия и оптимизма, новых профессиональных достижений. Елена Александровна, мы просим вас вручить грамоты. Почетной грамотой Главного управления по образованию Брестского областного исполнительного комитета награждается Лариса Яковлевна Аристампекова, методист Государственного учебно-методического учреждения Пружанский районный учебно-методический кабинет. Александр Иосифович Башко, учитель физической культуры и здоровья Государственного учреждения образования Средняя школа номер 3 города Пружаны. Татьяна Николаевна Бабицкая, учитель-дефектолог Государственного учреждения образования Леновский детский сад Пружанского района. Анжелика Павловна Борзу, руководитель физического воспитания Государственного учреждения образования детский сад номер 5 города Пружаны. Директор Государственного учреждения образования Ворониловичская средняя школа Пружанского района. Ирина Витальевна Карачун, родитель-воспитатель детского дома семейного типа отдела по образованию Пружанского районного исполнительного комитета. Наталья Николаевна Ника, заведующий государственным учреждением образования Клепачский детский сад Пружанского района. Николаевна Малыха, учитель начальных классов Государственного учреждения образования, средняя школа номер 5 города Пружаны. Ирина Александровна Темносогатая, учитель начальных классов Государственного учреждения образования, средняя школа номер 1 города Пружаны имени краснознаменного белорусского военного округа.
учитель трудового обучения государственного учреждения образования, средняя школа номер 5 города Пружаны. Педагог-организатор государственного учреждения образования Мокровская средняя школа Пружанского района. Алена Николаевна Шишко, педагог дополнительного образования государственного учреждения дополнительного образования Центр творчества детей и молодежи города Пружаны. А сейчас, Елена Александровна, просим вас сделать общее фото. Мы высоко ценим ваш труд. Желаем вам здоровья, успехов, преданности делу и любви к своим ученикам. С праздником вас и с заслуженными наградами! Почетной грамотой отдела по образованию Пружанского районного исполнительного комитета награждается Инна Ивановна Козловская, учитель химии государственного учреждения образования Шерышевская средняя школа имени Героя Советского Союза Хотинского. Елена Валерьевна Велисевич, воспитатель группы продленного дня государственного учреждения образования средняя школа номер 5 города Пружаны. Людмила Владимировна Авдейщик, заведующий государственным учреждением образования Лысковский детский сад Пружанского района. Учитель физической культуры и здоровья государственного учреждения образования средняя школа номер 4 города Пружаны. Марина Александровна Власко, воспитатель дошкольного образования государственного учреждения образования детский сад номер 6 города Пружаны. Коконь, учитель математики государственного учреждения образования Могилевецкая средняя школа Пружанского района. Учитель белорусского языка и литературы государственного учреждения образования Ружанская средняя школа имени
Анна Иосифовна Семашко, учитель математики Государственного учреждения образования гимназия города Пружаны. Учитель Государственного учреждения специального образования Пружанский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Инна Григорьевна Бармута, воспитатель дошкольного образования Государственного учреждения образования Детский сад номер 5 города Пружаны. Дарья Васильевна Курнос, воспитатель группы продленного дня Государственного учреждения образования Средняя школа номер 1 города Пружаны имени Краснознаменного Белорусского военного округа. Петр Максимович Козлович, учитель физической культуры и здоровья Государственного учреждения образования Леновская средняя школа. Заместитель директора по учебной работе Государственного учреждения образования гимназия города Пружаны. Уважаемые педагоги, Ирина Александровна, общее фото. Почетной грамотой отдела по образованию Пружанского районного исполнительного комитета награждается Наталья Ивановна Перепелка, воспитатель дошкольного образования Государственного учреждения образования Детский сад номер 3 города Пружаны. Степановна Мишечка, учитель начальных классов Государственного учреждения образования гимназия города Пружаны. Елена Алексеевна Курилович, воспитатель группы продленного дня Государственного учреждения образования Средняя школа номер 5. Наталья Владимировна Журавлева, учитель начальных классов Государственного учреждения образования Старовольская начальная школа Пружанского района. Учитель начальных классов Государственного учреждения образования Средняя школа номер 1 города Пружаны имени Краснознаменного Белорусского военного округа. Елена Николаевна
Сунь, учитель белорусского языка и литературы Государственного учреждения образования Шеневская средняя школа имени Миколы Зазима. Галина Баяновна Ковалевич, учитель русского языка и литературы Государственного учреждения образования Средняя школа номер 1 города Пружаны имени Краснознаменного Белорусского военного округа. Учитель физической культуры и здоровья Государственного учреждения образования Клепачская средняя школа. Наталья Александровна Новик, педагог дополнительного образования Государственного учреждения дополнительного образования Центр творчества детей и молодежи города Пружаны. Елена Николаевна Шепель, библиотекарь Государственного учреждения образования, гимназия города Пружаны. Учитель географии Государственного учреждения образования Ружанская средняя школа имени Казимира Марыча. Анна Сергеевна Хамюк, воспитатель дошкольного образования Государственного учреждения образования Детский сад номер 4 города Пружаны. Спасибо, Елена Александровна. Просим занять свои места в зале. С праздником вас, заслуженными наградами! О возможностях педагогов можно говорить много. Да, только наши учителя свободно разговаривают на белорусском, русском, английском и других языках. Только у наших педагогов есть минимум 3 причины любить свою работу. Июнь, июль, август. Наши учителя – самоотверженный народ. У меня такое впечатление, что они постоянно на работе. А что для учителя самое главное в работе? То, без чего он просто не может обойтись. Может, это указка? Или красная ручка? Вещи, конечно, важны. Но самое главное, что нужно в работе – хорошее настроение. А откуда оно берется? Где прячется? Как его найти? Догадайтесь сами. Что воспитатели людям помогают хорошими стать.
и мы с тобой идем в детский сад. А что такое детский сад? Детский сад – это огромный дом для маленьких детей. Пока я буду на работе, ты там будешь с другими детьми и воспитателем. Она покажет тебе игрушки, детскую площадку, научит играть с другими ребятами, рисовать, лепить. Дети в садике не живут, их родители приводят туда по утрам, а вечером забирают домой. Горят. Поздравляю педагогов, наш любимый детский сад. Я люблю свой детский сад. В нем полно ребят. 1, 2, 3, 4, 5. Жаль, что всех не сосчитать. Я скажу вам по секрету. В том всегда уверен я. Воспитательные дети – настоящие друзья. От нас 100 000. Почему за день слышать можно? Но дома на один вопрос ответить вам сложно. С вами вам нелегко, это точно. Мы бывает шарим иногда, но сегодня обещаем не оставить вас никогда. Профессии прекрасной нет, хотя бы девять белый свет. Всем воспитателям ура! Успехов, мира и добра!
начинается одинаково. Это уже обычай, традиция, я бы сказал, ритуал. Чай, работа, лечу в детсад к 8 утра. Подумать, разве мог бы кто-то, что скорость звука преодолена? Ждет медсестра уж на пороге. Надо по саду скорее бежать. Где-то санстанция едет в дороге. Помощников срочно надо собрать. 9:00, звонит телефон. Мероприятие срочно нужно дать на район. Главный вопрос – педагогов собрать. Обсудить, что и как показать. 10:00. Как паровоз. В дверь вбегает любимый завхоз. Отопления нет. Топит подвал. Трубы прогнили. Полный аврал. Спонсора нет. ЖКХ не удел. Кажется, нервам приходит предел. Сижу в кабинете, наконец тишина. Ой, нет, ненадолго, электронка пришла. Срочно отправьте квартальный отчет. Строчу я ответ, как Максим пулемет. 13:00. У нас педсовет. Важно всем дать добрый совет. Нужно задачами не напугать, иначе где ж взять воспитателей? Кадров нехватка. Ушел повар. Видно, работу получше нашел. Что же мне делать? Как же мне быть? Где мне нового повара раздобыть? 17:00. Захожу в кабинет. Вспомнила, я опять пропустила обед. Сейчас пообедать я не смогу. На собрание в зал побегу. Много родителей в гости придет. Их беспокоит, что деток их ждет. Уж вечер настал. Опять телефон. Что вы покажете нам на район? Мы вам звонили сегодня с утра. Конечно, конечно, мы рады вас видеть всегда. Уважаемые коллеги, да что все о проблемах, да о проблемах. У нас сегодня же праздник. Мы с вами выбрали самую благородную, важную и нужную профессию. И поэтому мы хотим сегодня пожелать каждому из вас, чтобы работа приносила столько радости, сколько вы тратите на нее сил, времени и терпения. Пусть статус педагога всегда будет выше и значительнее, чем статус сети интернет. Чтобы в нерабочее время вас не беспокоили рабочими звонками. Уверенности в завтрашнем дне. Зарплаты достойной, нагрузки посильной. И, конечно, трудов. Не на праздник. С праздником, уважаемые педагоги! Наша служба и опасна, и она не сравнится с ней работа ни одна. Мы души свои частицы дарим детям по крупицам. Наша жизнь заботами полна. Каждый день грустите.
желаем вам здоровья и любви, чтоб ценили вас на жизненном пути, чтоб проблем было поменьше и сложилось в дальнейшем счастье, радости, помогите вам найти. Каждый день, каждый час отдаем мы все. Учительства могут продолжаться до бесконечности. Но самое важное – пожелание крепкого здоровья, творческого вдохновения, успехов в вашей педагогической деятельности. Уважаемые педагоги района, со словами поздравлений к вам обращается Ирина Анатольевна Козарец, председатель районного профсоюзного комитета работников образования и науки. Дорогие коллеги, уважаемые ветераны педагогического труда! День учителя – это не просто день, когда мы отмечаем важность профессии. Это праздник тех, кто с любовью передает свои знания, вдохновляет на стремление к новым вершинам, формирует будущее нашей страны. Вы – уважаемые педагоги, настоящие творцы, преобразующие жизнь людей, вкладывающие в них частичку своей души и сердца. Ваша работа – это труд, который можно сравнить с искусством. Искусством, которое может изменить мир. Благодарю вас за добросовестный труд, за бесконечную чуткость, отношение к детям и величайшую преданность своей профессии. Конечно же, хочу обратиться к вам, уважаемые ветераны педагогического труда. Спасибо за ваш профессионализм, за ваш опыт, за то, что после вас многие ваши ученики захотели получить именно профессию педагога. Благодаря вашим стараниям и чувству высокой ответственности сегодня живет и развивается современное образование. Уважаемые педагоги, ваш труд бесценный, ни с чем не сравнимый, ведь вам доверяют самое дорогое, что есть, своих детей. И вы каждому уделяете внимание, прикладывая все старания и умения. Огромная благодарность вам за это. Желаю вам творческих успехов и неиссякаемого энтузиазма, оптимизма и душевного равновесия. Желаю всегда сохранять в себе любовь и увлеченность своим делом, не разочаровываться. Пусть на все хватает и сил, и энтузиазма. Пусть сил прибавляет вам любовь и уважение ваших учеников, гордость за их успехи и достижения, в которых немалая и ваша заслуга. Пусть наградой за ваш труд будут талант и прочные знания ваших детей, искренняя благодарность родителей и, конечно же, внимание государства. Пусть и впредь ваша работа приносит радость, а все начинания будут успешными и плодотворными. Пусть в ваших домах и семьях царит понимание, спокойствие и любовь. И, конечно же, всем вам и вашим близким крепкого здоровья. С праздником, коллеги! Уважаемая Ирина Анатольевна, мы просим вас вручить грамоты. Почетной грамотой
Пружанского районного комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки награждается Елена Петровна Ярмолик, воспитатель дошкольного образования государственного учреждения образования Муравский детский сад Пружанского района. Елена Александровна Гришкевич, учитель белорусского языка и литературы государственного учреждения образования Слободская средняя школа. Сорока, учитель иностранного языка государственного учреждения образования Ворониловичская средняя школа Пружанского района. Марина Алексеевна Лущенок, руководитель физического воспитания государственного учреждения образования Новозасимовичский детский сад Пружанского района. Елена Семеновна Шаркота, учитель начальных классов государственного учреждения образования Старовольская начальная школа. Видеопоздравления от ваших выпускников. Внимание на экран. Учителя – одни из самых значимых людей в нашей жизни. Они не только учат нас читать, считать и писать. Педагоги закладывают в нас багаж базовых знаний и ценностей, которыми мы пользуемся всю жизнь. Поэтому не стоит скупиться на слова, которое можно сказать любимому учителю. Профессиональный праздник – радостное событие, позволяющее ощутить значимость и важность проделанной работы. Букет цветов должен поднять настроение преподавателя и подарить положительные эмоции. Цветы – это не только способ признаться в любви, но и возможность выразить благодарность. Учитель, который подготавливает к детей взрослой жизни, будет рад получить красивый букет и искренние слова благодарности. Отправляемся за букетом учителю. Мы любим вас, родные ваши лица, вы крылья дали нам путевку в жизнь. Чтоб долететь могли мы словно птицы до мудрости заснеженных вершин. Учителя для нас, вы свет в окошке, звезда не свет ума и теплоты. Спасибо за терпение и труд. Спасибо, что для нас определили и знали восхитительный маршрут. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты.
наши учителя. На вас лежит ответственность не только за образование, но и воспитание подрастающего поколения. Их достижение в первую очередь – ваша победа. Каким будет наше будущее, зависит от вашей сегодняшней профессиональной деятельности. И поэтому ваш труд бесценен. Ведь вы отдаете ученикам не только знания и опыт, но и вкладываете в них свою душу. Мы благодарим вас за ваш бесценный благородный труд. Желаем крепкого здоровья, полной чаши оптимизма, неиссякаемого терпения и кипучей энергии. Пусть ваша работа приносит вам не только достойную зарплату, но и радость. Учитель – это профессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна из самых уважаемых и ценимых в обществе. Ведь учитель – это человек, который с самого раннего детства находится рядом, помогает узнать новое, раскрыть способности, найти свой путь. День учителя – прекрасный праздник! Благодарности всем педагогам за ваш неоценимый вклад в развитие человека. Пусть этот день подарит вам любовь учеников, преданность коллег и высшую награду – ощущение счастья от своей профессии. День учителя отмечается в самое красивое время года. Сегодня сердца и души ваших нынешних подопечных и выпускников светят любовью к вашему труду и таланту. Вы не просто даете знания, а создаете большой, светлый мир, который преисполнен надежд и больших ожиданий школьников и их родителей. Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески активны. Пусть благодарность ваших учеников станет для вас достойной наградой. С праздником! А с вами были Юлия Сергеевна Куровская, заместитель директора по учебной работе Государственного учреждения образования «Гимназия» города Пружаны. И Сергей Николаевич Осипчук, учитель информатики Государственного учреждения образования Клепачская средняя школа. Дорогие педагоги, а сейчас встречайте, вас приветствуют Никита Фоминых и Влад Сазонов. Уважаемые дамы и господа, мы приветствуем вас на концертной программе «Приходи на меня посмотреть». Пусть лучшие песни звучат сегодня для вас. Когда на сердце скверно и не звонит телефон, ты думаешь, наверное, что весь мир вокруг рассыпается, а за закрытой дверью поет весна микрофон. Я как прежде верю, все хорошее повторяется. Просто вспомни меня, позвони, окна души распахни. Просто меня твоя, это ты, ты и я. Просто вспомни меня, позвони, окна души распахни.
перегони страницу, придумай новый сюжет. Все может измениться, все когда-нибудь изменяется. И на твои ресницы прольется розовый свет. И счастье синей птицы возвращается, возвращается. Просто вспомни меня, позвони. Окна души распахни. Просто милая моя, это ты. Ты и я. Просто вспомни меня, позвони. Окна души распахни. Просто милая моя, это ты. Ты и я. Такие простые слова. Просто вспомни меня, позвони. Если вдруг вам когда-нибудь станет грустно, скажите друг другу что-нибудь хорошее. Ну или просто позвоните. Просто вспомни, позвони. Окна души распахни. Просто милая, это ты. Ты и я. Вспомни, вспомни меня, позвони. Распахни, просто милая, это ты, ты и я. Вспомни меня. Дорогие друзья, в этот замечательный день, в этот праздник хочу подарить вам премьеру песни о нашей любимой синьорке Беларуси для вас. Небо цветов Василькова. Небо рассветом сияет, свет разливает заря. Так Беларусь встречает утром родная земля. Небо цветов Васильковы улыбается мне, день начинается новый, сердцем любимой стране. Я не могу не признаться, что люблю. Я Беларусь моя, горжусь моей землей. Я так хочу любоваться здесь с тобой, наполняться этой силой, этой красотой. Посмотрите друг на друга, улыбнитесь друг другу, дарите хорошее настроение. Как описать эту радость, как во всем этом успеть? Сколько же времени надо, чтобы увидеть, успеть? Краски полей золотые, реки, озер, леса. Эти просторы родные, ясной зари небеса. Признаться, что люблю. Я Беларусь моя, горжусь моей землей. Я так хочу любоваться здесь с тобой, наполняться этой силой, этой красотой. Важно признаваться в любви своей родной земле. С праздником, дорогие учителя! Твои красот не перечесть. Я счастлив тем, что
что в ты такая есть. Я так хочу любоваться здесь тобой, наполняться этой силой, этой красотой. Знаете, я пока стоял за кулисами, ждал своего выступления, я услышал великолепные слова, великолепные поздравления с этим замечательным праздником. Действительно, вы отмечаете свой профессиональный праздник в самое красивое время в году, во время золотой осени. Радуются ваши сердца и души. И совсем скоро мы вместе будем отмечать, наверное, самый душевный праздник в году – День Матери. И я хочу с огромной любовью подарить всем матерям, присутствующим в зале, песню, которую я совсем недавно написал, и назвал ее «Нашим детям», как ответ детей своим родителям. Для вас. Забывай, родной ты свой.
домой. Знаете, я очень люблю ваш прекрасный город. Вы практически мои земляки. Я родился в Барановичах и в детстве часто бывал в ваших замечательных местах. Совсем недавно, летом, мы приезжали сюда с моим российским коллегой, с артистом Прохором Шаляпиным, где у нас был на двоих концерт в этом прекрасном зале. И на тех концертах я всегда с большим удовольствием представлял нашу любимую белорусскую культуру, наших авторов и, конечно же, песни на белорусском языке. И сегодня, в День Учителя, я хочу представить вам премьеру песни. Песня на белорусской мове нашего белорусского автора Федора Жиляка и Виктора Понизника. Для вас звучит «Стежка». Мне поспеть тебе покакать, мне б шаканы знайсти спокой, ни собі, ні людей не злавать, не стоять за опошней ножой. Наша стежка дрожить ля дорог, телиповый цвет. У двоих и тем без тревог лепить траву, косить вслед. Стежка до хаты вела, была хатинка мала. Так, а мы ты дошел, тут мы век проживем. Стежка до хаты вела, хатинка мала. Так как мы не дошел, тут мы век прожили. Мне поспить тебе покахать, мне б шаканы знайсти спокой. Надо кончила час марновать, тихо кажешь, ты любый мой. Наша стежка дожить ля дорог, деликовый цвет. У двоих идем без тревог, лепить траву, косить вслед. Стежка до хаты дала, была хатинка мала. Так, а мы ты дошел, тут мы век проживем. Стежка до хаты дала, была хатинка мала. Так, а мы ты дошел, тут мы век проживем. Видите, у своим жерти я прошел тысячи шагов, побывал в разных краях, у десятков разных городов. Але завсёды моя стежка вела до родной хаты, до родной Беларуси, бо яна у нас самая прыгожая. Шануйте яе, каля ласка. Стежка до хаты вела, была хатинка мала. Так мы ты дошёл, тут мы век проживем. Стежка до хаты вела, была хатинка мала. Так мы ты дошёл, тут мы век проживем. Так мы ты дошёл, тут мы век проживем. Так мы ты дошёл, тут мы век проживем. С каждой нотой, с каждой песней праздник на сцене становится ярче. И я с большим удовольствием приглашаю на сцену своего друга, талантливого артиста
Встречайте, на сцене солист молодежного театра эстрады Влад Сазонов. Ваши аплодисменты, Никита Фоминых. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы еще здесь не устали? Нет? Настроение хорошее? Попоем тогда немножко. Кто согласен? Вас вроде много не слышал. Народ, споем или нет? Вот, отлично. Ну, тогда, я думаю, песни все знакомы, так что поем, можно даже потанцевать, кто хочет. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. В потоках солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. А я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красоту затмишь любую королеву красоты. Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственной на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц видно я немало, и в журналах, и в кино, но ни одна из них не стала лучше милой все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты. С тобою связан навеки я. Ты жизнь и счастье, любовь моя. Дорогие друзья, ручки все, 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 все. По переулкам бродит, солнце льется, поток солнечного. У киоска ты стоишь, а я иду к тебе навстречу. Я несу тебе цветы, как единственной на свете королеве красоты. Как единственной на свете королеве красоты. Как единственной на свете королеве. Еще раз добрый день, дорогие друзья! Ну что, поем дальше? Поем или нет? Ты слышишь? Поем? Ну тогда без лишних слов. Немного теплее за стеклом, но злые морозы. Вхожу в эти двери, словно в сад июльских цветов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах. Я целовать и гладить готов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах. Я целовать и гладить готов. А вы готовы, дорогие друзья? Всех все вспомнили, да? Готовы? 3, 4. Белые розы, вы! Беззащитные шипы. А что с вами село? Снег и морозы. А любви приголубы. А ночью красят, а вами свой праздник лишь на несколько дней. И оставляют вас умирать на белом, на белом холодном огне. Руки выше, все, 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 поехали, опа! Все, 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 ручки вверх, поехали! Отлично, а теперь вот так, опа! А теперь поехали! А люди уносят вас
домой и вечером поздним. Пусть праздничный свет наполнит миг все окна дворов. Чтобы дуван срасти зимой, то белые розы и в мир уводить жестоких юг холодных ветров. Жестоких юг холодных ветров. Готовы? Точно готовы? Повернись, мое. Три, четыре, белые розы. Вы? Одесса, защитные шипы. А что с нами сделал снегом розы? Лед, ветри, голубы. Лучше украса, два месяца праздник. Лишь на несколько дней. И оставляют вас умирать на бело-бело холодном окне. Руки выше, все, все, все! Отлично, а теперь простой движение, да? Готовы? Раз, два, три, четыре. Белые! Белые что? А? Беззащитные шипы. А что с вами сделал снег морозы, а лед ветри голубы? Люди украсят, то вами все праздник лишь на несколько дней. И оставляют вас умирать на белом, на белом холодном огне. Спасибо, дорогие друзья. Ну что, еще поем или потом уже? Поем. И тогда поехали дальше. Только ручки помнишь, тише, 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 тише. Только договорились, да, песню знаем, поем вместе. Окей. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями свинья. Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Сколько в небе звездам серебра, завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Где-то гитара звенит, надежное сердце любовь сохранит. Сердце любовь сохранит, артиста удачи опять прилетит. Ручки, ручки, все, 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 все. Завтрашнего дня кто-то станет первым, а не я. Кто-то не я, кто-то а не я. Сложить песню завтрашнего дня. Нет на свете танца без огня. Есть надежда в сердце у меня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. С вами где? Надежное сердце любовь сохранит. Сердце любовь сохранит, а птица удачи опять прилетит. Ручки все выше, все, 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 все. Простое движение, да? Поехали, опа! Все, 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 ручки, все! И готовы, поем! Где-то вы, надежно, любовь сохранить.
пить. С праздником вас, дорогие друзья! Ну что, еще? Ну тогда не имею возражения. Сегодня все только для вас, да. Дорогие девушки, наши женщины, дамы, оставайтесь всегда такими же любимыми, такими же счастливыми. А главное, слушайте все больше хорошей музыки. Ведь музыка помогает всем нам жить. С праздником вас, дамы! Мужчины, поем со мной, договорились? Другим судьбе есть только ты. Одна любовь и боль моя. С тобою повстречались мы. Родная женщина моя. Все для тебя, рассветы и туманы, для тебя, моя Иракина, для тебя, цветочные поляны, для тебя, лишь для тебя, горят на небе звезды, для тебя, безумный мир наш создан, для тебя, живу и я под солнцем, для тебя, лишь для тебя. Живу я под солнцем для тебя. Ручки выше! Играя с волнами судьбы, плывем два белых корабля. Надежды, счастья и любви пошлет нам небо паруса. Мы так хотим в океане мечты остров свой найти. И все для тебя, вы рассветы и туманы, для тебя моя я. Для тебя цветочные поляны, для тебя, лишь для тебя горят на небе звезды, для тебя безумный мир наш создан, для тебя живу я под солнцем, для тебя все для тебя рассветы и туманы, для тебя моря и океаны, для тебя цветочные поляны для тебя. Лишь для тебя горят на небе звезды, для тебя безумный мир наш создан, для тебя живу я под солнцем, для тебя. Лишь для вас всех. Живу я под солнцем, для вас всех. Любви, счастья, здоровья и всех самых лучших благ. С праздником! Дорогие друзья, встречаются бурно аплодисментами. Мой коллега Никита Фоминых! Влад Сазонов! Все
я выдумал сам, потому что он слеп. Непроглядный туман, непроглядный туман и не выпавший снег. Песню бедных сердец под окнами дождя и счастливый конец, и счастливый конец, и, конечно, тебя. Я к тебе приходил, и морозы зной, я тебе говорил, я тебе говорил о любви неземной, что ты очень нужна, и на все я готов, но тебе не нужна, но тебе не нужна. Как ты, без тревог и потерь, ты сегодня с другим, ты сегодня с другим, у тебя есть теперь и земные мечты, и земная любовь. Что же с нежностью ты, что же с нежностью ты смотришь в прошлое вновь. Фантазия. Знаете, как-то в детстве я услышал одну очень добрую советскую песню. И уже тогда эта песня поселилась, наверное, в моем сердце. Прошли годы, прошло время, и вот эта песня, она снова вернулась ко мне. Я думаю, что многие из вас эту песню знают и любят, и если вы будете мне подпевать, мне будет очень приятно слышать ваши голоса. Для вас звучит легендарная песня Давида Тухманова «Аист на крыше». Гнездо для любимых свин по весне. Чудился мне он и в странствиях дальних, символом верной любви. Люди, прошу, не спугните случайно аистовы. Люди, прошу вас, потише, потише. Войны тут скинут вам плеть.
гнездо свистелка ночью и днем бережет. Ну а под крышей дом, доме девчонка счастья так ждет. Люди в Нью-Йорке, в Берлине, в Париже, верьте друг другу и мне. Айс на крыше, счастье под крышей, мир на земле. Люди, прошу я, потише, потише, тайны пусти тут во мгле. Айс на крыше, айс на крыше, мир на земле. Айс на крыше, айс на крыше, мир на земле. Мир вашему дому. Я всем вам желаю крепкого здоровья, любви, благополучия. А самое главное, чтобы у нас над головой всегда было только мирное небо! Люди, прошу вас, потише, потише, войны пусть идут во мгле. Айс на крыше, мир на земле. Айс на крыше, айс на крыше, мир на земле. Всегда исты кружат над пружанской землей. Спасибо! Вы знаете, я очень люблю путешествовать, бывать в разных странах, городах, познавать историю, культуру, мест, где я бываю. И вот однажды, бродя по улочкам Милана, я зашел необыкновенно красивую галерею искусств Пинакотеку Брера. И там я увидел очень необычные картины. Картины художника Амадео Модильяни. И тогда я задумался, что нужно сделать автору для того, чтобы создать такое произведение. Как сильно нужно вложить в свое творение эмоции, чтобы мы прочувствовали эмоции художника сквозь года, может быть, и столетия. А еще позже я узнал, что Амадео Модильяни был влюблен в великую русскую поэтессу Анну Ахматову. А еще позже я наткнулся на строки: «Приходи на меня посмотреть, приходи, я живая, мне больно. Этих рук никому не согреть, эти губы сказали довольно. Не боюсь на земле ничего, за дыханиях тяжелых бледнее, только ночи страшны от того, что глаза твои вижу во сне». Для вас звучит необычная песня на стихи Анны Ахматовой. Приходи на меня посмотреть. Я — голос ваш, жар вашего дыхания. Я — отражение вашего лица. Огненно метил на левом боку место, куда стрелять, чтоб выпустить птицу мою тоску в пустынную ночь опять. Милая, не дрогнет твоя рука, и мне недолго терпеть. Вылетит птица моя тоска, сядет на ветку и станет петь. Станет петь. Приходи на меня посмотреть, приходи, я живой и мне больно. Этих рук никому не согреть, эти губы сказали довольно. Не боюсь на земле ничего.
задыханиях тяжелых бледнея, приходи на меня посмотреть, ведь глаза твои вижу во сне я. Чтоб тот, кто спокоен в своем дому, раскрывший окно, сказал: голос знакомый, а слов не пойму, и опустил глаза. Милая, не дрогнет твоя рука, и мне недолго терпеть. Вылетит птица моя тоска, сядет на ветку и станет петь. Приходи на меня посмотреть, приходи, я живой и мне больно. Этих рук никому не согреть, эти губы сказали довольно. Не боюсь на земле ничего, за дыханием тяжелых длиннее. Приходи на меня посмотреть, ведь глаза твои вижу во сне я. Приходи на меня посмотреть, ведь глаза твои вижу во сне. Не боюсь на земле ничего, за дыханием тяжелых длиннее. Приходи на меня посмотреть, ведь глаза твои вижу во сне я. Я согреть остывший дом,
И теперь огонь свечи умирает до рассвета. Только стон ночной тиши — это крик моей души. Эхо повторит в ночи: где, где, где ты? Эхо повторит в ночи: где, где, где ты? Знаете, как-то на одном интервью у меня спросили: а скажите, когда же наступает момент рождения песни? И я тогда задумался, действительно, песня ведь не рождается ни в эфире радио, ни в эфире телевидения, ни даже тогда, когда играет у нас в машине. Песня каждый раз возрождается, как птица Феникс на сцене, на живых концертах. Именно поэтому я очень прошу вас поддержать новорожденную песню. Для вас премьера «10 шагов». Тайна,
Если вам понравилась эта песня, мне будет очень приятно, если вы проголосуете за нее в чарте Белорусского национального канала, Белорусского радио, Радио 1, а также на телеканале РУ-ТВ Беларусь. Спасибо! Ну и мы вместе с моим коллегой Владиславом Сазоновым хотим подарить очень добрую песню, которую мы написали в прошлом году. Называется она «Минская диско», но для вас сегодня «Пружанская диско» для вас на сцене. Я Максим Крочец по курорту, Ремини, Сочи, Шарм-эль-Шейх. И сегодня тут, а завтра там, и только я заужду под Минском. Шагаю с кветками, хочу открыть один закрыт. А я не чуешь ты меня и марыш зараз продувать. А рыбу пустыни меж песков. Меж песков! Калина в баге, ты летишь, горячий ветер дадет вам. С тобой без мамни замяни. Не замяни! Ты поверишь, ты волся. Это рыба, мец горит, сердце рыбом. Звони! Только поверь мне, детка, у целой свете не знаете шлепки. И этой ночью просто подсунься ближе со мною дыхай. И ты послухай перфарламоры. Звони! Просто для неба слухай. У нас все лепей, реально лепей. И в танце наших под ритмы писька забудешь ты чужие танцы, познаешь. Теперь я усиню своим знакомым. Кажу я глянче, дома шлемш и бебе шмат шагоеще. Из Бреста, Минск, из Гродного Гомель. А с Могилёвом видим свой, ой-ой-ой. И капачу все прыгажу с родной краины. Ты худшее, чистый ветром, что несет. Рыба, горыш, ты волся. Ты рыба, Минска рыба, сердце рыба. Просто поверь мне, детка, в целом свете не знойдешь лепей. Этой ночью просто подсунься ближе со мною дыхай. И ты послухай перфана море. Просто для неба слухай. У нас все лепей. Реально лепей. И в танце нашей под ритмы писька забудешь ты чужие танцы. И познаешь Минская диско, Пружанская диско. Диско. Теперь завсёды разом спевание. Няма ни лепших тут. Пружана. Просто для неба слухай. У нас в небе реально лепей. И в танце наших под ритмы писка забудешь ты чужие танцы. И познаешь Минская диско. Минская диско. Забудешь ты чужие танцы. И познаешь Минская диско. У Пружана. Не ваш аплодисмент, а Никита Фоминых. Владислав Сазонов. Ну что, еще попоем немного? Я думаю, все эту песню знают. Узнали, люди, Пружаны. Тогда все по стандарту. Ручки выше и поем всем залом. Все, все. Заслышат, припомню забытые три шерточки березовых мостов. На тихой речушке без названия прошу тебя, сейчас розовы напой тихонько мне. Как дорог край березовый в малиновой заре. Как дорог
мы шли неведомо куда, и камушки у берега качались, и прямо Мариновка тогда. О том, о чем напрасно мы молчали, прав, час роза ты, на бой тихонько мне, как горы край, березовый, в малиновой заре, как горы край, березовый, в малиновой заре. Ручки все, все выше! Исчезла речка, вдаль мчалась юность. Но песня словно первая любовь, Малиновка опять ко мне вернулась. Прошу тебя, сейчас розовый, напой тихонько мне, как дорог край, березовый, малина. Прошу тебя, сейчас розовый, напой тихонько мне, как дорог край, березовый, в малиновой заре, как дорог край, березовый, в малиновой заре. Здравствуйте, Галас. Еще? Мы сегодня дальше за него едем, я понял. Только помни, на ручки выше, все, 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 все! Хочу тебя укрыть, хочу тебя укрыть, облака. Мне б только рядом плыть, мне б только рядом плыть, о, руку. Возьми в судьбе моей, возьми в судьбе моей равное. Ты для меня теперь, ты для меня теперь главное. И с вами. Ты мое сердце чистого золота, и я спасу тебя от холода. Ты мое сердце чистого золота, и ничего дороже нет. Ты мое. Помогу с тоской, я помогу с тоскою справиться. Быть небом над тобой, быть небом над тобой нравится. Растают наши дни, растают наши дни вечности. И воплотятся сны, и воплотятся сны нежности. Готов. Ты моя! Отлично! И я спасу тебя от холода. Ты мое сердце чистого золота. И ничего дороже нет. Ты моя! Девчонки, молодцы, отлично получается! И я спасу тебя от холода. Ты мое сердце из чистого золота. И ничего дороже нет. Теперь готовы поете? Сердце из чистого золота. Отлично, громче, можно, чтобы в Минске было слышно. Я спасу тебя от холода. Ты мое сердце из чистого золота. Отлично.
и ничего нет. Ты мое сердце ищи снова золото, и я спасу тебя от холода. Ты мое сердце ищи снова золото, и ничего дороже нет. Ты мое. Еще? Пой. Только нужна будет ваша помощь, да? Когда горят огнем витрины на старых улицах Москвы, нетрудно встретить этого мужчину небесной красоты. На нем всегда костюм отличный, оттенка кофе с молоком, и побродить по улицам столичным очень любит он. Спросите у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл, кто лучше всех играет Пресли на гитаре. На это каждый ответит, а кто-нибудь знает что? Конечно, Вася. Вася, Вася, ну кто его не знает? И Вася, 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 стиляга из Москвы. Зайдите в театр «Современник», на вечеринку в Дом кино. В таких местах всегда вы непременно встретите его. Футбольный матч «Спартак» «Динамо» и переполнен стадион. А это кто сидит с красивой дамой? Ну, конечно, он. Спросите у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл, кто лучше всех играет Пресли на гитаре. На это каждый ответит, что, дорогие друзья? Конечно. Вася, Вася, ну кто его не знает? Вася, 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 селяга из Москвы. Ручки, чуть-чуть. Спросите у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл, кто лучше всех играет Пресли на гитаре. На это каждый ответит, что еще раз? Конечно. Отлично. Вася, Вася, ну кто его не знает? Вася, 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 стиляга из Москвы, стиляга из Москвы, стиляга из Москвы, стиляга из Москвы. Ну что, еще? Открываем стол заказов. Поехали тогда. Как же так получается? Все так быстро кончается, и не так уже вечера нас зовут фонари. А жизнь подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, что бы ни случилось, от цари до цари. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. Руки все, все, все!
паруса мои белые, как подруги умелые, ловят ветер души моей о суете моих дней. А я убью тебя, милая, моя грушей закрылая, если будешь мешаться мне, словно муха в пине. Ай-яй, ясный! Пою-пою! Оставляй! А громче! Ай-я, хмурые! Возвращай! Ай-яй, ясные дни! Оставляй себе! Ай-я, хмурые дни! Возвращаю судьбе! Ручки все-все-все выше! Паруса мои светлые, как подруги заветные, а вы меня не оставите никогда, никогда. Как же так получается, моя песня кончается, а моя жизнь продолжается и бурлит, как вода. И готовы все вместе? Ай-яй, ясный! А громче! Оставляй! Ай-яй, хмурый! Возвращаю судьбе! Ай-яй, ясные дни! Оставляю себе! Ай-яй, хмурые дни! Возвращаю судьбе! Дорогие друзья, счастья вам, здоровья, любви, тепла! Спасибо вам за вашу адскую работу! Спасибо, что вы воспитываете наше юное дарование. А главное, главное это вам здоровье и психологического тоже. Наступающим праздником вас, учителя! Праздником наши дорогие. Спасибо. Что ж, подбор на аплодисменты, я хочу пригласить на эту сцену моего коллегу. Никита Фоминых. Сазонов. Никита Фоминых. Ваша друзья. С праздником, друзья. Любви, благополучия. Крепкого здоровья всем вам. Следом за веселкою разве мой вьется стежка новая под благодатной соли твоё. И утренний хмарный я, и утренний хмарный приношение матери дорожение маю. Ты мой дом, ты мой край золотый, як валю карабай назавжди. Ты и я, привольные скучные укусы и гуляют с кроплями звонки белых розал. Ты мой дом, ты мой край золотый, як полю карабай назавжди. Ты и я, дорогая моя Беларусь. Дякую вам за эту встречу. И мы
я душі душі жадаю вам собрано щастя, мозного здоров'я і усмішок. За свято! Ти мій дом, ти мій край, золотий, як пальовка трапай назавжди. Ти і я, Білорусь, дорогая моя, ти мій дом, ти мій край, золотий, як пальовка трапай назавжди. Со святом вас всем!